Медитация изобилия. Ограничения существуют только в нашем мышлении. Мы сами устанавливаем для себя границы. Остановитесь и взгляните на свою жизнь. Посмотрите на себя и осознайте, что вы – наивысшая форма творчества Бога. Самое большое заблуждение человека – убежденность в том, что для желаемого результата необходимо что-то еще, кроме правильного состояния сознания. Все, что происходит с человеком, все, что он делает, все, что от него исходит, результат состояния его сознания. По мере того, как вы будете погружаться в медитацию изобилия, ваше подсознание отправится в путешествие по прекрасным местам. Осознавайте, что все, что вы видите на экране своего сознания, вы можете реализовать в материальном мире. Итак, найдите тихое место, где вы можете абсолютно расслабиться и просто слушать мой голос. Не воспринимайте ничего, кроме моего голоса. Позвольте своему уму успокоиться. Позвольте своему телу расслабиться. И сейчас я сосчитаю от 10 до 1. И с каждой последующей цифрой погружайтесь в расслабленное состояние все глубже и глубже. При этом вы не засыпаете. Вы остаетесь в полном сознании и слушаете мой голос. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Дышите, дышите глубоко и сосредоточенно. Почувствуйте, насколько важно для вас дыхание, как оно дарит нам силу, нежность, жизнь. Наслаждаясь дыханием, созерцая дыхание, вы успокаиваете свои собственные мысли. Забудьте о своих каких-то заботах и планах. Подумайте о том изобилии, которое окружает вас. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите богатство. Например, деревья, листья, трава, животные, птицы. Божественное богатство, изобилие повсюду. Разреши себе почувствовать себя в изобилии. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Сконцентрируйся и расслабься. Расслабляй все свое тело. А теперь представь самое красивое, уютное, комфортное место. Это место твоей мечты, твое вдохновение.
Что это за место? Увидь его прямо сейчас на своем внутреннем экране. Почувствуй все ощущения. Вкус, цвет, запах, легкость. Это твой мир. Ты можешь расправить крылья и совершить полет. Почувствуй себя полностью счастливым человеком. Твоя новая мысль. Я счастливый человек. Я каждый день привлекаю богатство и изобилие в свою жизнь. Я открываюсь потоку изобилия. Я заслуживаю богатства. Я достойна и заслуживаю быть богатым человеком. Деньги приходят ко мне легко и часто, из разных источников. Богатство находится во мне. Я по праву рождения живу в изобилии. Я рождена для радости и изобилия. Мне доступно все по праву рождения, все блага мира. Энергия денег приходит ко мне легко и часто. Я заслуживаю быть богатым человеком. Я разрешаю себе быть таковым, иметь богатство. Мне всегда везет. Я доверяю жизни. Моя жизнь дает возможность исполнять все желания. А желания исполняются легко и часто. Мне жить легко. Я живу радостно. Я живу и танцую. Я привлекаю богатство. Моя жизнь с каждым днем становится все лучше и лучше. Я открываюсь всему самому только лучшему в жизни. Я являюсь хозяином своей жизни. И всегда будет так, как я хочу. Счастье. Я чувствую счастье. Я счастливый человек. Мне легко. Я испытываю удовольствие от своей жизни. Помни, что твоя жизнь – это творчество. Ты создаешь свою жизнь прямо сейчас. Живи в изобилии. Привлекай изобилие. Богатство и радость. С любовью, Юлия Жукова.